Его искали всем миром, а нашли утонувшим в реке. Поиски 23-летнего мазырянина Михаила Мурайчинского начались в конце октября прошлого года, когда правоохранителям обратились его родственники. Последним, кто видел молодого человека, был его друг. Он высадил Михаила возле лесного массива, а вечером телефон парня уже оказался выключен. Несколько недель милиционеры и правоохранители прочесывали лесные массивы. Пропавшего искали друзья и знакомые, привлекая социальные сети и средства массовой информации. Утром 16 февраля раздался тревожный звонок. На берегу Припяти, недалеко от городского парка, в воде обнаружено мужское тело. 16 февраля в 9:15 на дежурный номер поступил звонок из МЧС. Значит, о том, что очевидец увидел тело мужчины в реке Припять, в районе за грибной базой. После чего дежурная смена убыла на место обнаружение и доставило тело к берегу, после чего передано работникам милиции для разбирательства. Родственники опознали, это действительно их Михаил. Мозырский районный отдел Следственного комитета проводит проверку, которая установит причины смерти парня. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер, телеканал «Мозырь».